Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить блокмессу. Мы находимся... Да, мы, собственно, уже пришли в лямбда-комплекс, который был целью нашего путешествия на протяжении, собственно, всей игры. И сейчас, несмотря на все трудности и на все опасности, вплоть там до врагов, убивающихся на удара, мы... Типа такого. Ой, блин. Я же испугался. Мы, короче говоря, двигаемся вперед, и по ощущениям мы уже довольно близки к цели нашего путешествия. Ну что, потравим рыбку? Лови, дорогая. Нравится? Слышу, что нравится. На тебе еще одна. Ты умерла? Да, вроде умерла. Офигеть. Так, ты, надеюсь, одна там такая? Давайте пистолет возьмем, он под водой стреляет у нас. Короче, солдат, у вас только не хватало. Короче говоря, тут помещения уже такие, что чего только нет. Игра просто натурально начинает издеваться над нами. Это по-своему неплохо, потому что игра бросает челлендж, но солдат местных я, честно скажу, уже ненавижу просто. Слишком перемудрили с их сложностью разработчики. Поэтому против них совершенно никакого... Да что ж такое, блин, а? Да блин, ну я же просто... Ай, ладно, ладно, все. Спокойно. Просто? Да, елки-палки, я вообще не трогаю ставлю. Ой, ладно. 1% потратили, ничего страшного. Хорошо. Потихоньку, помаленьку. Места такие, что здесь людей по сути быть не должно. Технические помещения. Ну да, заметили мы такую штуковину. О, отлично. Короче говоря, игра уже серьезно нам начала вламывать. Но тем не менее, пробираемся потихоньку. Чего только уже не было в этой игре, поэтому меня уже, я думаю, ничего напугать не в состоянии. Но тем не менее, перед тем, как мы доберемся до цели путешествия, я думаю, игра нас убьет еще энное количество раз. Тем не менее, несмотря на общую корявость второй половины игры, могу сказать, что ремейк вышел на уровне, а то и лучше многих современных игр. Поэтому претензий совершенно никаких. Просто когда говоришь о Half-Life, хочется, чтобы игра была как и оригинала, просто идеальной. Блин, меня сейчас раздавит. А тут такого не получается, к сожалению. Игра хороша, очень круто сделана, но далеко не на уровне оригинала. Многое сделано очень коряво. Так, я могу, скажем, вот так вот? Нет, конечно. Она даже выше куда-то улетела. А, вон она. Че я мозги парю? Не разглядел ее. Сливается. Хорошо. Еще есть? Вроде не вижу. Так, сейчас там нас солдат встретят, поэтому подходящее для них оружие возьмем. Сохранимся и попрем. Все? Ненавижу солдат. Ладно, хорошо. Фу, эту пакость выкинем нафиг отсюда. Можно отсюда наверх куда-то попереть. Опять на открытой поверхности. Я не хочу туда. Можешь сюда сходить. Но здесь у нас, кроме патронов, ничего нет. Ну, почти ничего. Отлично. Давайте тогда подниматься, чё уж. Чё нам остается-то? Сохраняемся. И лезем наверх. Если мы наверх лезем, то там наверняка опять сейчас страшное мясо. Но, как мы слышали в предыдущей серии, все, враг бежит уже отсюда. То есть враг. Солдаты.
И просто массированным бомбардировкам ковровым это место подвергают, что тоже не очень хорошо. Но, по крайней мере, солдат, я думал, будет поменьше. Пока что что-то как-то не замечено. Они по рации говорили, что кто не успел эвакуироваться, мол, каждый сам за себя, там, разбирайтесь сами. Мне от этого не легче. Солдат по-прежнему хватает. Блин, только давайте не очередной мясной момент. Игра у них не сильна. Очередной мясной момент. Чуща будет, чуща будет. Так, ладно, погнали. А, ну нам сюда же, блин. Ох, сколько у вас там, елки-палки. Танк! О, танк! Ну все, зря я сюда пошел. Офигеть. Так, я, короче, не в ту сторону уперся изначально. Даже не знаю, чем у вас. Как черти из табакерки. Да блин. Давайте их тут встречать. Ну мне уже хана, я опять тут одна ошибка и все, считай. Не жилец. Ну, по крайней мере, попробуем. Раз. Сколько у него? 4 нужно всадить, по-моему. А, блин. Ох уж это мясо. Нет, в мясных моментах игра вообще просто отстой полнейший. Но... Причем оригинальная халфа... Да елки, тихо. Оригинальная халфа такой не была. А, блин. Хорошо, нормально, давайте сохранимся. Теперь. Офигеть, блин. Не ожидал, что он так разрушит. Но придется повозиться, там рядом с ним еще один солдатик, я вижу. Подожди, я не понял, оно влетает, нет? Нет. Ладно, экономим патроны. Хорош. Да, блин, ну как так, ёлки-палки. Так, это мой промах. Все? Хорошо. Ой, блин, зачем вы понаделали вот это вот? Не могли как-то попрямее сделать? Это совсем корявчик какой-то получился. На уровне, я не знаю, польских шутеров. По сложности и вообще коряв... Да блин, ну... да что ж такое? Халфа, польский шутер. Обалдеть. Да это капец какой-то, ну...
Ладно. Сохранились. Опять нас размотали, к чертовой матери. Сохранились. Хорошо, сохранились. Воды. Скажите мне, что это лямбы... А, это он и есть, смотри. Офигеть. Кушай его, кушай. Вот оно, счастье-то. Видеть, как твои враги мучаются. Только в такой игре во мне такой садизм проснулся. Слишком уж они меня измучили уже. Хорошо. Так. Ладно, товарищ приехал, похоже. Давайте посмотрим, что у нас тут. Чем бы тебя так? Ну ладно, пойдет. Разменялись по чуть-чуть. Фу. Я так понимаю, мне эти вспышки пригодятся, что ли? У меня же фонарик есть. На чем они мне? Так, ну тут, похоже, ничего. Давайте спускаться. Я чувствую, мы пришли куда хотели. Да, было дело. Через что нам пришлось пройти-то? Последней серии 3, чтобы сюда добраться. До этого было интересно, а тут уже скорее было просто тупо. Интерес, честно говоря, сильно так поугас к игре в последние моменты. Но он начинает возвращаться. Блин, да здесь все опять. Я опять скоро начну светиться от радиации просто. Это что за страшный аппарат? Воды, хорош. А вон откуда натекло, понятно. Так, ну давайте сходим наверху, посмотрим, там может еще что есть. Ну, пригодится. Так, ладно, тут нам быть не нужно. Свидания, ёлки. Да, вылазь. А, ну оно, короче, по скрипту должно было выкатиться. И выкатилось, хотя мы всех убили уже там. Фу, ладно. Сохраняшечка. Не вошло. Так, ребят, вы разберитесь сначала, потом я зайду, ладно? Что-то мне не сильно хочется сюда идти, честно говоря. Так, ладно. Ворты. Сколько вортов, офигеть.
Блин, вы без меня неплохо разбираетесь, я доволен, в принципе. Офигеть. И все вот, кто выжили, мне теперь придется с ними. Воды. Допустим. Тупо бежим, не обращаем внимания. Ой, танк-то, танк. Танк, елки-палки. А-а-а. Вот танка только нам и не хватало. Я причем в такое место дерьмовое забежал, что он сейчас будет сразу же меня тут ждать, сразу же в ту же долю секунды стрелять, и об эту стену будет детонировать. Ну да. Или нет? Хорошо. Нравится. Что еще? На этой стороне у нас что-то хорошее есть. И вон там что-то хорошее. Блин, ну это капец, какое-то мясо поперло. Да, тут, к сожалению, ничего похоже. Хорошо. Так, каких-либо рычагов нет. Фу, ну и ладно. Чем меньше всяких штук, которые можно понажимать, тем нашим легче. Здесь у нас столярные приборы. Короче, туда нужно, к этим щиткам переть. Ладно. Туда, короче. Ой, ёлки. Да, у нас все равно ничего. Туда смысла нет особо упереть. Ладно. Давайте мы вот так вот как-то. Блин. Зарядилось, нет? Не помогло. Хорошо, эта игра, если чему и приучила, так это умение быстро убегать, прятать свою задницу в случае проблем. Скотобаза. Фу, тут они, походу, кого-то шибли, что ли. Офигеть. Сколько проблем на ровном месте. Так, сохраняемся. Сейчас, похоже, загрузка будет. А во время загрузки игра очень часто вылетает. Вы-то этого не видите, но это тем не менее так. Игра вообще очень коряво работает с этим русификатором. Дело в том, что тут... То есть, игра проверяет каждый раз при запуске контрольные суммы. А при русификаторе там подпись маленько другая, поэтому зачастую... Возникают конфликты. Ну, насколько я знаю, может, я неправильно говорю. По-моему, это так. Дайте мне уже войти в этот комплекс. Или я уже в нем? Нет, я уже в нем нахожусь. Осталось найти людей, которые могли бы мне помочь. А, то есть мы вниз сейчас идем. Хорошо. Отсюда и незаметно было, что тут такая пропасть. Отлично. Ящики уберем нафиг, чтобы не мешались. Эту бочку, кстати, тоже надо выкинуть отсюда. А то сейчас во время спуска нас...
Высоковато, да. Что-то у меня какое-то подозрение хорошее. Но мы добрались. Это был долгий путь, согласитесь. Не просто долгий. Просто путь длиною в жизнь. Ждет нас кто? Враги ли нас ждут? Но эти уже тут как тут. Так, осторожно, можно влупиться. Так, хорошо. Приехали. Тут, я думал, будет побезопаснее. Как вижу, нет. Я ошибался. Ничего, опыт у нас уже есть. Хорошо. Тут, в принципе, что нам может быть нужно? Здесь все заброшено. Никого нет. Может, мы вообще зря сюда перли? Такие расстояния. Вот это будет хохма, конечно. Все хорошо. Не, ну Фриман уже, надо сказать, к концу своего путешествия заматерил, да? И мы заматерили вместе с ним. Как мы вначале их выносили, не уверенно. И сейчас как тараканов давим уже просто. Так, хорошо. Что это нам дает? Я не удивлюсь, если сейчас вон там он будет. Еще один тупик. А вот там и есть тупик. И куда нам дальше идти? А нет, смотри. Тупик. Похоже, тупо с высоты упал. Ненавижу такие большие открытые пространства. Да, я так и знал. А! Так где ты, сволочь? На, блин, надо найти укрытие, так мы долго не проживем. Настрадаемся еще, я чувствую. Хотя вот с такой-то пушкой. Да нет, она за ними просто не уследит. Ладно, погнали. Идите ко мне, родные. Сработало. Сработало. Тупица. Еще есть? По-моему, им понравилась, да, моя тактика? Вот ей особенно. Хорошо, и тебе тоже. Давайте, ребятушки, еще есть, смотри.
Что-то я просто страшный человек сегодня. Так, ладно. Я надеюсь, больше не... Ты смотри. Ой, с двух сторон. Да сколько у вас тут, ёлки-палки. Мне хана. Надо было сохраниться, и я сохранился, нет, после того, как убил тех двоих. Это все плохо. Давайте попробуем сохраниться тут. В принципе, у нас неплохие шансы выжить с такими жизнями. Но и не особо, блин, хорошие. Вошло. Отлично. Давай, давай, девочка. Да, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, свои же сожрали, но... Ох, ладно. Так, это был тормозной выстрел, признаю. Вот это был нормальный выстрел. Блин, еще... Давай. Ну давай, хорошо. По-моему, понравилось. Я даже не знаю, чем их еще убивать, если они не кончились. Но, по-моему, кончились. Сколько их уже? Штук 7 было, наверное. Фу. Не очень приятная прогулка, надо сказать. Девочки. Девочек мы, конечно, любим, но это просто какое-то было издевательство. Хотя над ними, в принципе, мы неплохо так их убивали. Так, куда мы едем? Куда-то куда нужно, похоже, пришли. Но поначалу мне понравилось, как сработали на них мины сенсорные эти. В принципе, было ничего так. Ох, сохранимся. Хорошо. Вот с ними интересно воевать. А с 50 солдатами, респавнивающимися вообще из воздуха бесконечно, как-то не особо. Так, и что, куда мы пришли? О, офигеть. Это что тут произошло такое? О, ребята. Отлично. Только этого не хватало для полного счастья. Ну сейчас я умру, я просто не успел подготовиться к этому бою. Или не умру. Но, по крайней мере, пострадал. Еще есть кто? Да блин, живой еще что ли? Ёлки-палки, у вас тут откуда сколько? Да все, я уже, да, сам прям шахит натуральный.
Фу, так, короче говоря, берем стандартный MP5, стандартный дробовик, все, лучшее оружие для любых ситуаций. Хотя, вон туда сейчас надо будет сандалить из этого все-таки и отступить. Вот так. Так, тихо. Стреляет в него уже, но... Фу, блин, ребята, спасите меня, что-то совсем все сурово пошло. У меня такое ощущение, что вот эти вот девочки, это было прощание с боем, с людьми. А вот это вот был такой последний бой с инопланетянами. Поэтому они столько всего понакидали на нас. Ну ладно. Так, тут у нас... Да, я так и знал, что сюда стоит сходить. Ну, вообще, нам похоже вот сюда, да? Или вон туда? Нет. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. Да уж. Я вас понимаю. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Да я понял. Фу, вот это была прогулочка. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Так, ну вообще, я думал, что мы уже закончили, но нам еще, похоже, предстоит дорога до комплекса. И, возможно, даже она будет достаточно продолжительной. Хотя с кем тут воевать, если у нас тут все закрыто, перекрыто. Это кто такой? Ну ладно. Were you in weapons research too? I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. Я смогу, запросто. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you, but please promise to put her to good use. Так, ну-ка. О, какая прелесть. Так. Патронов мне больше не дадут, я так понимаю, что ли? Stupendous. Отлично. Так, ну это, по ощущениям, моя любимая пушка будет в игре вообще. Это такой местный... Я вроде помню, что такое было в оригинальной игре. I'm sure you'll have plenty of opportunities to test her in the field. Так, ну что, давайте мы на этом завершим эту серию. В следующий пойдем уже будем подниматься к, собственно, телепорту или к чему там нас просят прийти. Могу сказать, что в следующей серии, судя по всему, все будет последняя. Надеюсь, вам понравилось это, потому что в ней было много мяса, но при этом она была интересной, в отличие от мяса тупого, которое было в предпоследней серии. Но, тем не менее, все очень круто. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.